повезло, что я вот проезжал мимо. Это просто Господь там сделал. А так бы ждали бы это часов до 11. Да. Передача книг по этому мужчине, а он работает водителем и обслуживает библиотеку. Он проезжал случайно, но случайности не бывает, Господь так устраивает. И вот книги передаем в его машину. Сегодня 7 июля 2014 год. Вот, это где мы прошли? Город Темрюк. Северная Осетия, тут еще какой-то город. Беслан. Вот, ужасно. Республика Северная Осетия. Так. Вот куда книги мы сложили. Наш брат, дорогой, трудится. Библиотека не сообщила, а денег нету. Мы бедные. И поэтому я решил это. Ну, просто мы решили на это дело. Меня интересует еще один маленький вопросик. Вот здесь отношение церкви. Привожу документ. Хорошо. Это ошибочно. Церковью. Православную. Если так выразиться. А вот это. Библиотека. Да. Ну, скажите, я сам видел, из благодарности приняла дар от Владимира Игнатия Тихоновича. Вот то, что я вам дал Новый Завет, важно для слов Божьих, не то есть те, которые я вам дал. Вот. Темрюк приехали. Это Краснодарский край. Ну, мы в воскресенье приехали-то, как бы не вовремя. И вот стояли, молились, Господи, ну, закрыто, что же нам делать-то? И вдруг вот приходит Александр. Ни слова не говоря, набирает, я не знаю, директора, кого набрали. Она исполняет обязанности. Вот. Ну и так получилось, что она сказала сразу в детскую библиотеку отдать, а документы мы потом пришлем, которые мы оставили. Там документ там простой. Записать, что есть, печать и все. Но я говорю, Александр, за твою доброту тебе великий дар Бог делает, что ваши внуки будут еще заглядывать в эти книги. Новый Завет для слова Божьего нет. Уже есть и внуки. Все, 240 иллюстраций. Это мы сами раскрасили. Это лучший иллюстратор Библии Густав Доре. Вы когда им покажете, они не оторвутся. Буду. Вот так. Это вас Господь послал, вы не просто так пришли. Потому что это помолитесь все. Потому что Христос умер за нас, за всех, кровь пролил, чтобы мы были единые во Христе. Верили, воскресли, как Христос. Есть, освящённый. Это что означает? Что на кресте умер за нас Христос. Он сошел, воплотился от Девы Марии и умер, чтобы мы, приняв его сердцем, жили для Бога. Не так, что хватает просто полным ртом, а для Бога. Написано, возлюби Господа Бога всем умом, всем сердцем, всей душой, а ближним, как самого себя. Эти слова-то какие они все радостные. Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть не должна нас пугать, это естественный исход, но после смерти есть другая жизнь. В церковь ходит, и там написано «Чай воскресения мертвых и жизни будущего века», как Шаляпин поет. Спаси Христос вас!